смотрел все еще на Тумском острове. Красота. Мне кажется, это Тумский остров. Это другой остров. Тумский остров. Это Тумский остров. Но это же находится то, что мы все уже посмотрели на Тумском острове. И вход вроде как через зеленый мост, который мы уже выяснили, самый настоящий здесь. Так что, дашь мальчику 2 злотых? Мы хотим на кораблике прокатиться. Я так не могу найти швидко. Нашла? Помощь взяла. 2 злотых? Да. Покажи. Ого, сколько у тебя всего и букет. Это ужас какой-то. Так а зачем помощь взяла? Ты хочешь показать всем содержимое сумочки? Да, да, да. Здесь 2,5. 2. 2, да. Да. And to pay together separately? Погода. Смотрите, есть варианты корабликов. Да, мы решили прокатиться на кораблике. Ну вот эти вот ближайшие, эти 2 Болик и Лёлик и Пират придут, они через. Ой, Болик и Лёлик, реально Болик и Лёлик. When you see the price, you can tap it on the screen. Well, not yet, not yet. Oh, no, wait, okay. Решили покататься. Да, так что покатимся, покажем. Сколько? 50 за одного? 50 за одного, да. Ага, а для ребенка сколько? Для ребенка я не помню. Okay. Yeah, it's fine. Your ticket, and if you want, you can go on the boat. Ага. Просто идем. And wait there. Only you can walk somewhere and be in like 10 minutes here. Ну, fine, we'll wait, I think. Okay. А ну давай посмотрим. А уже стоит корабль, да? Yeah, нет. It is shipping there. А ну давай посмотрим. You can wait there. А, вот он. Yeah. Ага, вот. Это Тумский остров? Yes. А, это Тумский and остров. And here is the Sand Island. А это it's the first island, island, yes. А это Тумский? Yes. Как на Тумском. Да? Да? Бачишь, а я думала это. Так что, будем это там сидеть и 15 минут? Ну, идем хотя бы, станем. Причалимся? Идем, типа, места. Вот. Так 15 минут. 18:55 будет уходить. А сейчас через 14 минут уже. А, ну идем, господи, отдохнем. Постоим, как бы, покачаемся на... Так сказать, на суше. Уже вкачаемся не на суше. Да, вот он, Болик и Лёлик. Болик и Лёлик, класс. А пиратский прием. Подожди, а Болик и Лёлик это разве польская? Это не... По-моему, чешская. Чешская, по-моему. Нам уже дали тикеты, все прикольно. Не, мне главное, чтобы было открыто, чтобы мы проехали и вам все показали. Так что ставьте лайки, пишите комменты, будет интересно. Там не самой интересно будет? Наташа уже зашла, запрыгнула, можно сказать, зашла на бот. Посмотри, какой там корабль, боже, сколько людей. Не, на большой я не хочу. На маленький, согласитесь, и людей меньше, и когда идет он как-то, ну, более индивидуально. А большой что там, пока все вышли, пока развернулся, да упаси боже. Здесь миленько сел и поехал. А если еще мало людей будет, вообще сказка и шоколад. Ну что, друзья, мы уже на кораблике, точнее в седле. Наташа очень хочет, чтобы дали порулить. Я думаю, не дадут. И уже кораблик так оп-оп-оп. Наверное, я выйду постою, пока мы не поедем, потому что меня уже трошки начало укачивать. Ты что? От таблетки свои давай не взяла. А помните, как меня укачало, когда мы за дельфинами там на экскурсии ехали? У меня уже просто здесь стояло. Я думала, куда, за борт бедным дельфинам или тут просто к людям. Пойду постою. Или не к бедным людям. Чтобы вы разумели, чтобы вы понимали, капитан пришел вовремя, поздоровался. Вот наш капитан, мы вдвоем пока. Наверное, кого-то будем подбирать еще. Так. Так, будем подбирать. У нас же несколько станций, несколько точек, на которые мы будем смотреть, наслаждаться и подбирать людей. В путь! Капитан сказал в путь, значит путь. Поехали. Ну, мне главное, чтобы не укачало, не замерзло, не обгореть. Давай сюда. Кружочек, прыгай и плыви до берега. Не, я так хорошо плаваю, спасибо. Красота. Ну что ж, вперед, вперед. Или назад, назад? Нам назад. О, сейчас волночки будут.
пропускаем, капитан показывает, как это поворачивай, поворачивай, поворачивай. У нас сплошные ржачки. Давайте помашем людям. Давайте. Спасибо, и вы нам машете, приятно. Мужик что-то выругался. Ничего не поняла. Не понравилось, что женщины нам машут. Ох, какие волночки. Опа. О, люди на ступеньках сидят. Мальчик играет. Красота. Главное, что очень радует, что началось все вовремя. А не как экскурсия дельфинов. Не разумею. Мост называется? Мивощик. А, мост. Я тебе кохаю. А, I love you. Дякую. Ага, мост я тебе кохаю называется. И тут полиция гоняет на таких скутерах. А мы с вами мчимся. Боже, как классно, народ. Вообще здорово. Капитан что-то Наташке рассказывает. Ух ты. Наверное, кого-то подберем. Тут красивый остров Тумский. Ага, остров Тумский, да. Остров Тумский и собор, куда мы попали. И в Христа мы попали с вами, и в Иоанна, святого Джона. Вот, ну что вам сказать. Надеюсь, что мы еще взберемся туда. Ой. Это волны такие прям. А это река Одра. О, солнышко появилось. И выезжаем в свободное плавание. Красота. Хотели, повисли раками прокатиться, не вышло. За 6 дней мы там были, 3 дня, 4 дня не вышло. А вот за один день в Вроцлаве легко. Капитан рассказывает, это как старый Ватикан, этот остров. Малый назывался Малый Ватикан. Малый Ватикан, да. О, вот кораблик, куда бы я не хотела. Боже, там у них еще исполнение идет. Не, ну прикольно, это, наверное, большой круиз какой. Что еще капитан рассказал? Наташа? Это самое большое место на Одре. А, вот это вот. Вот это место на реке Одре самое большое. Интересно. Ну да, я уже показала, что классно, живая музыка. Последний раз я живую музыку на корабле слышала, когда мы мой день рождения праздновали в Дубае. Кстати, классно, оставлю видео в описании, как нужно в Дубае попраздновать день рождения. Ну, мой рюкзак один-единственный, как положу-ка я его, а то еще куда-то занырнет. Вот тоже красота. Слушайте, а прикольно, когда только для вас одних тур. Ну, сейчас, конечно, кого-то подберем, но тур 45 минут, классно. Уже, знаете, не холодно, спокойно. Красоту смотришь, наслаждаешься. Капитан очень приятный. Ну, класс. Ой, смотри, Наташ, на спорт, на спорт. А вот в таких байдарочках можно и перевернуться. Если с камерой, это, конечно, какую-то GoPro-шку на лоб одевать только. Но у меня пока такого нет. Ох, классно. У нас тоже... Гидропарк есть в Киеве. В мирное время мы брали лодку. Не байдарку, лодку. И катались целыми компаниями. Национальный музей. Ух ты, какой красивый. Вот, спасибо капитану, это национальный музей. А то просто бы ехали, восхищались бы, что это такое. Красиво. Какой мост красивый. Это синий мост, наверное. Кстати, разрядился телефон. Точнее, не кстати. Хорошо, что мне мозга хватило взять с собой пауэрбанк. Но у нас у каждого украинца теперь есть пауэрбанк. Синий мост. Очень красивый тоже. Навесной. Наташа, это что будет за ними, да? Это выдают разрешение на проживание, на паспорта. Паспорта, проживание.
Министерство, которое занимается, наверное, документацией какой-то, я не знаю. Внутренних дел. Документация народа занимается. А вот мне этот мост, конечно, нравится. Вообще волшебный такой. Ага, вот и синий мост. Сегодня мы уже видели с вами видео, в нескольких видео, наверное, и три зеленых моста, и синий. Да, это Венеция, это, как говорится, польская Венеция. Сколько всего красивого. Грюнвальдский. Грюнвальдский. Вот я тебе говорила, что связано с Грюнвальдом. Здесь Грюнвальдский мост. А помните, был памятник Грюнвальдской битве, где мы вкусно кушали в Кракове. Красота. 1910 год. Да, вот он. Вот это кафешечка. Угу. Кавьярня на воде, кавьярня року, кавьярня года, наверное. А вы видите, уже вечереет. Угу. Нам туда, видите, прям туда направление. Берега, дома. Наверное, красиво в таком доме жить, но я не знаю. Есть ли плесень там, вопрос? От реки, от моря только, да? Это пляжный бар. Название говорит, но я не улавливаю. Ну, короче, вот такой вот пляжный отдых вам может быть предоставлен в Вроцлаве. Тоже круто. А мне нравится вот это вот. И фонтанчики где-то, смотрите. А, купаться нельзя. Угу. Очень сильное течение, здесь нельзя купаться. Ага, ясно. Вот лодка дракончик, которая мне напоминает. Нет, дракончик, на самом деле у них реклама какая-то висит. Ну реально, лодка дракон. Это варианты, реклама. Угу. Но это надо шуметь права. Вот это. Видите, что капитан рассказал? Это политехнический институт. Корпус политехнического института, да. А окна как бинарный код. Окна как бинарный код заложено. Ну прикольно, я бы не догадалась. 1, 0, 0, я бы подумала, 1. Что за код. А, кстати, да, как на этой, как на перфокарте. Перфокарта, да. Было такое, кто играл в перфокарты в детстве, расскажите. Вообще интересно. Вот это вот экскурсия, еще человек рассказывает. Это классно, действительно. Это классно. А что это, подвесная, это как она? Смотри. Да, канатная дорога здесь тоже есть. Работает? Да, работает. Работает, работает, я читала. Канатная дорога здесь есть. Вокин, працюе. Вот уже обратно едем. Как это так быстро? Еще 15 минут круиза, но не знаю, это как-то на одном дыхании. Это 45 минут пролетают. Просто интересно, классно. В смысле, а сколько мы уже проехали? Уже полчаса мы едем. Да ты что? Обалдеть. Солнце встает. Вот. Просто туда, обратно. Уже все шпили видно. О, попадаем мы с вами на солнце прям. Даша с красивым букетиком. И как колосочек, говорит, поломала уже, но, надеюсь, ничего такого не случилось плохого с букетом. Красивый мост, красивая поездочка и столько людей, которые катаются. Вообще просто, ну, классно. Молодцы. Ну, обидно, так нельзя купаться. Да, течение, говорит, очень сильное, ну... Никакого риска не должно быть, разве что, не дай бог, кто-то перевернулся в жилете в лодке. Тогда ты полностью в воде окажешься, а так? Не, нету. Ну, пишите свои впечатления, как вам круизик. Прикольная такая прогулочка, особенно на двух человек, вообще, конечно, классно. Никто не мешает, если спокойно сидишь, чувствуешь себя таким человеком, который просто купил круиз, да? И поехал себе. Да. Ну, вообще классно. Кстати, вот здание библиотеки на Тумском острове. Возле как раз
собора святого Иоанна, он же Джон. Очень красиво. Это еще у нас понравились эти башни, вообще классно. И собор Христа, тоже который мы с вами уже видели. Очень классно, люди на ступеньках так время проводят, так мило просто, такая милота. Ну вот так проходит выходной день. Во Вроцлаве. Где? О, сейчас, да. Мне кажется, я показывала уже. Но сейчас еще раз покажу. Здесь у меня такой тень был. Такая тень была. Такой тень был. Что-то я отморозила. Ну, люди, классно. Такой отдых просто. Милый. Вот корабль большой. Эта штучка классная такая, как помните там про Тома Сойера и Дети Берифина в фильме, сказать, да? И там такая же штука была. А еще помнишь, был австралийский сериал «Все реки текут». Ой, классный, да, сериал, мне очень, очень нравился. Там был такой, да, точно там сети. Было. Мы еще едем сейчас вперед, так как солнце очень светит, я вам буду показывать боком. Это, кстати, Адмиралтейство, которое я назвала, но на самом деле... Это университет. Вроцлавский университет. Ой, мальчик рыбку ловит, поймал что-то, поймал? Кстати, а он вот там, когда мы заходили на остров, он ловил вот этот парень. Да? Да. И теперь перебрался. Да. Ой, у кого-то духи такие, обалдеть, что здесь пахнет. Да, мне тоже пахнут духи. С ума сойти, людей нет? Трамвайчик едет. Люди, что это у вас за духи такие? Да, людей нет и здесь, и близко. И вот запах такой. Пошел. Это весь красный мост. Вот и красный мост. Да. Ой, не пошли, низкий. Так проехали. О, вообще он такой. Слушайте, ну Вроцлав удивляет сильно. Краков удивил, но Вроцлав тоже очень сильно удивляет. Там, прости, уже очень не успеешь, сильно. К сожалению, тоже залив. А, заливчик был, да. Я его увидела, но подснять не успела. Тут тоже нужно вертеться, крутиться с камерой. Это вообще, ну тут все, крутиться, вертеться. А ну сейчас смотрю, там тут красиво. А я сейчас увеличу. Это ж мы там шли. Да. Без подъема. Подаю вам, мы не знаем, что это. Так, мой телефончик поработал сегодня хорошо. Учился. Да, снимаю на Наташу. Слава богу, у нее есть видео. Мой уже в ауте трошкой. То компьютер, то телефон. О, вот это Вроцлавский университет? Этот? Такой полицейский красивый. Ух ты, там такой мэн. Мэн уехал. Полицейский. Ну это в Эмиратах нельзя, что в Польше тоже нельзя? Я не знаю. Вот он красивый. Красиво, он реально похож на Адмиралтейство. Да. Я вам такая, это Адмиралтейство, да-да. Адмиралтейство на реке, да? Ничего себе. Угу. Жалко, я не сняла, нам люди махали и кричали, огонь, привет. Было классно. Так, въезжаем под мост. Помахали, нам тоже приятно. Всего лишь 2,35 высоту можно, представляешь? Вежа Математик вообще называют. А? Вежа Математик. Башня? Башня, математическая башня, да? Ой, мы тут были. Ну да. А мы вот там вот стояли и вам снимали, когда я была уверена, что это Адмиралтейство. Я такая, да-да, это Адмиралтейство. А вон Эльжбета. Помните приключения на ней? Ох, сильные приключения. Не, этот, конечно, университет, конечно, тема. И трамвайчик, и башенка. Красота. Мост какой просто, класс. Мосты по мосту. Как? Поморский. Мы переходили через него. Мы его переходили, да-да-да. Да, это ж мы пришли. Мы уже заворачиваем. Мы перешли, пошли, да. Все время хочу сказать на Адмиралтейство. На университет, на Вроцлавский. Шикарный университет. Он такой внутри классный, надеюсь, мы туда попадем. Но завтра в среду у него выходной. Смотри, это ж намалеванные окна. Нарисованные, это не окна, вот, видишь, серые.
Да. Да, окна это нарисованные. Вот там вот серые окна нарисованы. И внизу тоже. Похоже, что. Прикольно. Надо подойти рассмотреть. Ну я вообще надеюсь, мы туда попадем. Ну, да. Вот уже возвращаемся. Родненький, давай отдыхай, ты нам нужен. Ты посмотри, какой нежный. День поработал уже. Да, 20 видео снял в день, да. И уже прямо это. Ой, ты так с цветами этими смотришь, что просто. Красивый. Да. Да. Красивый букет. Красивая прогулка. Ну, честно, рекомендую. Вежливый капитан. Ну, все нравится. Пока все очень даже супер. И я не замерзла. Не укачала, не замерзла. Солнце такая... сильно не било, жарко не было. То есть какое-то идеальное время. Сейчас вот 7:25, и мы сели в 6:45. Ну, то есть у нас еще 5 минут круиза. И шикарно, это время хорошее. Еще один мост, красота. Братислав. А, поэтому мы это, Братислав. То есть Чехия заложили в Вроцлав. Да, Чехия, потом Чехия. Германия. Ага, и в 45-м он перешел в Польшу. Ага, да, вот рассказал нам капитан, что 4000 украинцев живет во Вроцлаве. Яка? Супер, кабят. Вот это наверху? Вот там, вот там? Так, напротив там. То, что ты говорила, это, а как его... Зимняя веранда, чи как ты ее назвала? Ну да, я ее назвала. Да. Так я назвала. Зимний сад. Капитан говорит, супер кавиарня там. Ну да, что ж не супер. Видите, какой мы мосточек въезжаем. Нам путь сюда. Подожди, это не этот шлюз был закрыт? Ну а как он закрыт был? Что же нам открыли? Сейчас, значит, будем шлюзоваться. Ой, ух ты. Ой, как нас качает, мы проходим. Что обалденно, конечно. Угу, круиз классный вообще. И погода как раз вот реально, не сгореть, посмотреть, порадоваться. Ох, проходим, друзья мои. Тут хоть как в аквапарке никто брызгать водой не будет и выпрыгивать. Ну, вроде нет. Уже прям выезжаем на то место, где мы, откуда мы начинали наш круиз. Серьезно? По-моему, да. Что-то не знаю. Вообще классно. Отель какой-то. Или это просто дом на воде. Ну и ресторан вряд ли, потому что такие покои как бы уже видно. Мне кажется, нам еще налево, смотри, Google. Надо лететь на место. А, Google, смотри. Вы же помните, что сказал, мы на Москву? Да, Google. Стояли. Блин, ну прикольно здесь, конечно. А хотя, с другой стороны, меня бы укачало, наверное. С какой стороны? Ну, если мы бы здесь жили. В этом отеле меня бы укачало. Ресторан. А, ресторан. Ну, я тоже как-то в Киеве зашла в ресторан, пересела, меня стало укачивать, я ушла быстро. С тобой не соскучишься. Да, это точно. И вообще, и со мной, и с нашим каналом. Я надеюсь, вам весело, вам понравилась сегодня экскурсия. Как-то хочется верить, что вам понравилось. То вы напишите коммент, поставьте лайк, но это же вот очень важно. Ага, мы выезжали с зеленого моста, это серенький еще. Но я уже просто встала, стою, просто снимаю вам видео, потому что, ну, восторг дикий, реально, ну, классно. Машем трамвайчику. А вон с зеленого моста уже стартует, наверное, другая лодка. Нет, наверное, люди высаживаются, мне кажется. Да? Ну вот, мы вам постарались сильно взять вас с нами, показать вам все. Проехаться вместе на круизе. Наверное, получилось, потому что, ну, было здорово. Атмосфера великолепная.
так эту реку сделали. Ох, как трамвай просто. Так, капитан нам что-то рассказывает. А еще раз повторить, вот я поняла. Мы... Виспаче называем Пьяскова. Пьяскова. Что ж такое Пьяскова? А, вид, так, вид. А костюте? Костюм. Найшвидше мали падти на Пьяскову. Костел, так? Так, называется, да? Так, как? Найшвидше мали падти на Пьяскову. Самый быстрый, найшвидший. Найшвидший. Но? Нет. Мали падти на Пьяскову. Пани? На Пьяскову. До Пьяску. Что такое до Пьяску? А, наверное, здесь, на этом холме? Так, народ, кто знает польский, ну-ка, комменты быстро. Тут я хочу латарник в дозы и запала латарник газовый. Общение с милым капитаном иногда, вот Наташа понимает хорошо, я не совсем понимаю. Зажигают фонари газовые, нет? Так. О, ты поняла, что зажигают газовые фонари. 20 Тут ходит он за это, зажигает реально в капелюсь, ну, в шапке, да, в экономе. По четвертой раду гасит. По четвертой раду идет. Все, вообще, вы поняли? И в четыре гасит. В 4 утра он гасит, здесь зажигает. Слушайте, это газовые фонари, вот это 4 газовые фонаря. Много всего узнали, это интересно. Там на острове тут. Ага. Газовый фонарь, вот он, смотрите, вот он, газовый фонарь. Вот много всего узнали, и на этой прекрасной ноте заканчиваем наше видео. Спасибо, спасибо всем за участие, спасибо капитану. Дякуем. Дякую.